Хочу поделиться одной историей. Я часто хожу в один магазин, где покупаю разные такие штучки. Вот, достаточно давно уже. Вот, и там я знакома с одной девушкой. Вот, и я заметила, что она в последнее время грустная. Вот, и когда я уходила, и мы прощались, она сказала мне: «Ну, хоть вы меня кикаете». И я поняла, что у нее что-то серьезное произошло, поэтому я решила сделать вот это. Первый день. День два. День третий. Четвертый. День пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый день.